Всем привет, с вами Кристина и Рома, и сегодня мы поделимся с вами нашим топом дуэльных игр. Что мы подразумеваем под идеей дуэльных настольных игр? Эти игры отличаются следующими пунктами. Это обязательно ярко выраженные две стороны, которые противоборствуют друг против друга. То есть, если у вас там три разных стороны, то это, естественно, под дуэль не подходит. Ключевой особенностью должна быть еще, что основной режим, который подразумевался при создании игры, это игра один на один. Но, естественно, могут быть всякие расширения, примочки, которые позволяют там играть 2 на 2. И третий пункт вытекает из этого. Есть некоторые игры, которые один против всех. Вот, эти игры мы не включали в этот топ. Это прям отдельный жанр, который, ну, не является как таковым дуэльным. Ну, а весь список из этих 30 игр, которые у нас в итоге получились, вы можете посмотреть на Бусти, или завтра мы выложим в Телеграм и в группу ВКонтакте. И помимо всего прочего, в этом видео вы увидите, кому отправится в этом месяце заветная коробочка среди ребят, которые поддерживают нас на Бусти. Но на самом деле это не все. У нас есть коробочка и для вас, поэтому не переключайтесь. Ну, а я предлагаю не затягивать и поехали! Естественно, в самом начале видео мы должны с вами поделиться тем, каким образом мы составляли этот топ. И случилось это следующим образом. Каждый из нас выписал из 30 дуэльных игр, которые мы попробовали на столе, это важно, 10 тех, которые нравятся ему больше всего и которые, по его мнению, точно должны быть в топе. Далее мы сравнили эти списки и выяснили, что у нас суммарно получилось 14 игр, то есть 4 игры у нас не совпали. И мы приняли решение, что каждая из этих игр достойна быть в топе, именно поэтому у нас будет сегодня 14 любимых дуэльных игр. Как только мы составили список из этих 14 игр, каждый из нас дал ей оценку от 1 до 14, сравнили свои списки, сложили у каждой игры количество баллов, и по итогу та игра, которая набрала наибольшее количество баллов, у нас вырвалась в самые первые позиции, та, которая набрала наименьшее количество баллов суммарно на нас двоих, заняла самые последние ступени этого топа. Почему мы решили сделать таким образом? Чтобы вам было интересно смотреть и слушать об игре сразу комплексно. Потому что если смотреть на те игры, которые у нас пересекаются, какая-то из них у меня на первом месте, а у Ромы на 6-м. Соответственно, он начнет говорить о ней ранее, и мы посчитали правильным, чтобы сохранить интригу того, о каких играх в целом у нас идет речь. Итак, в этом видео будет расположено 12 мест, хоть и 14 игр мы назовем. Две пары игр получили одинаковое количество баллов, поэтому они будут занимать одно место. И мы переходим к 12 месту. Ну и на 12 месте, как мы уже успели вам сказать, у нас целых две игры. Первая из них — это дуэльная игра «Цезарь», а вторая — это «Ультиматум Синдиката». Коротко расскажем, про что эти игры. У нас, во-первых, на ту и на другую есть видео на канале. Это такой своеобразный контроль территории. Одна в сеттинге киберпанка, вторая в римском сеттинге, где вы будете бороться за Рим с помощью жетонов такого влияния. Ну а в «Ультиматуме Синдиката» вы будете бороться также за территорию, но посредством различных жетончиков и их комбинирования. Обе игры достойны внимания, обе игры, как у нас удачно совпало, на контроль территорий, и в обеих играх действительно есть где подумать и есть место для маневра и реиграбельности. Именно поэтому они попали в этот топ, и именно поэтому они достойны быть в списке лучших игр в жанре дуэлей. Ну и я предлагаю передвигаться к 11 месту. И здесь у нас также будет две игры. Это «Нептун и Веста» и «Трон кубов». И здесь также, по иронии судьбы, случилось, что обе игры так или иначе на комбинацию цифр. Ну да, эти комбинации связаны с покерными комбинациями, то есть там пара, тройка и так далее. Но если говорить о «Троне кубов», то это прям покер на костях у вас со спецспособностями, где вы боретесь друг против друга, снижая жизни оппонента для победы. То «Нептун и Веста» — это игра на те же самые аналогичные абсолютно комбинации, на их сбор, но суть в том, что здесь вы
неким образом перетягиваете канаты и собираете эти комбинации на столе путем выкладывания тайлов с цифрами. У каждого из вас по 3 цифры на руках, и вы не можете предполагать, что у оппонента, и ваша задача просчитать и выставить эти комбинации таким образом, чтобы оппонент не утащил на себя инициативу и не забрал победные очки за ту комбинацию, которую вы сейчас пытаетесь реализовать. Из этих двух игр стоит отметить, что Трон Кубов более конфликтный, то есть если вы любите подраться, то она будет вам более интересна. Ну и она такая вот прям реально на броски кубов несложная. Аналогичные по сложности, в принципе, они одинаковые. Если у вас так более семейно, вы играете с девушкой или что-то такое, можно посоветовать присмотреться к Нептун и Веста. Кстати, на Нептун и Веста у нас есть видео, на Трон Кубов. Оно у нас отснято, но мы пока еще не выпустили его, просто потому что не можем найти окошко для того, чтобы видео пустить в эфир. Как только мы подберем по датам подходящее время, обязательно выпустим на канале. При этом нужно сказать, что и та игра достаточно просты в освоении, и Трон Кубов у нас больше, чем 1,5 года лежал на полке, и приступили к его тестам мы как раз-таки сразу в формате «Садись и играй». То есть почему у нас есть видео? Потому что мы сели и самую первую партию записали на видео, как мы ее сыграли. И на этом не остановились, и полетели дальше. Ну и я тогда предлагаю приступать к 10-му месту. И здесь у нас настольная игра, которую мы попробовали в большинстве своем благодаря вашим рекомендациям. Говорю я про игру «Это безумное королевство». Рома, попрошу тебя о ней немножко подробнее рассказать. Игра на построение движка, где вы будете с помощью распределения ресурсов, которые добываются на картах, которые вы строите в свой город, идти к победе. Почему эта игра достойна быть в топе? Это классная игра на менеджмент ресурсов, на построение движка. Необычная, красивая визуально, достаточно простая в освоении, не занимает много времени сама партия, именно поэтому она точно достойна быть в топе лучших дуэлей. Игр. Ну, а я отмечу, что в игре довольно уникальная механика драфта, где есть возможность поставить ловушки, чтобы было пространство для блефа. Также она довольно конфликтная, и еще у нее есть 4 модуля, которые прям входят в базовую коробку. То есть вы можете сделать игру разнообразной. Если вы любите экономические какие-то стратегии с долей конфликта, советую присмотреться. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Ну и на 9-м месте у нас игра семейная, но при этом дуэльная. И я говорю про красивейшую семейку Санторини. У нас она не была локализована, но благодаря тому, что она языконезависимая, мы приобрели ее себе в коллекцию за рубежом и активно тестировали. Что нравится в игре? Это то, что у вас достаточно простая и на первый взгляд понятная задача. Все, что вам нужно сделать, это построить 3 этажа здания и забраться вместо 4-го этажа, вместо купола, самому на это здание. Изюминка в том, что вы со своим оппонентом можете строить одни и те же здания совместно, и вот ваша задача обхитрить и обойти своего оппонента таким образом, чтобы он не успел добежать до вашего здания и построить, собственно говоря, этот купол. То есть как только вы забираетесь на 3-й этаж вместо купола, вы и побеждаете. Как будто бы очень легко, на самом деле вообще не легко. Нужно продумывать свою стратегию. При этом особую изюминку игре добавляют асимметричность персонажей. Я попрошу тебя о них более подробно рассказать. В игре есть несколько вот больших карт с символикой, какие боги за что отвечают. И они изменяют правила, вплоть до тех изменений, что у вас другие условия для победы. Они дают там по-разному перемещаться, как-то блокировать другого игрока. И там прям огромное количество. Есть боги в группе полегче, есть боги в группе потяжелее. Все это интересно и, в принципе, языконезависимо, потому что в игре только иконографика. Но хочу отметить, если вы раздобудете английскую коробку, вы можете приятно удивиться так же, как и мы. Мы нашли черно-белые распечатанные правила на других языках, включая русский. Ну а если у вас нет возможности где-то прикупить зарубежную коробку, вы можете посмотреть другую альтернативную игру, которая была локализована от этого же автора. Это игра «Камни Рагнарёка».
Там, конечно, другие впечатления, игра уходит в другую плоскость, вы там горизонтально как-то располагаетесь. Здесь все-таки визуальная составляющая интересна тем, что вы как-то вверх, в три измерения двигаетесь в вот этой пространственной головоломке. При этом я хочу от себя сказать, что если сравнивать эти две игры, то Камни Рагнарёка абсолютно точно уступают Санторини. Даже сама тематика, как вы можете понимать, да, реально существующего города для нас как будто бы ближе, нежели чем тематика викингов. Плюс ко всему, благодаря тому, что идея в Санторини все-таки более, как мне кажется, сложная, то есть построить три этажа и забраться на третий этаж, это гораздо сложнее, нежели чем просто загнать оппонента в угол и отрезать его территорию так, чтобы у тебя осталось больше территории на карте, нежели чем у него. Как будто бы мне кажется, что Санторини немножко глубже и сложнее. Именно поэтому я, составляя список любимых дуэльных игр, Камни Рагнарёка туда даже не включала. То есть я в целом, составляя список, старалась выбирать между похожими дуэльными играми, ровно так же, как и Рома. Мы договорились об этом заранее, чтобы у нас не получилось так, что в топе очень много похожих между собой игр. Mm-hmm. Ну а мы двигаемся дальше, и на восьмом месте у нас настольная дуэльная игра, которая называется Rift Force. Mm-hmm. Здесь за нее поблагодарить хотим наших ребят, которые поддерживают нас на Boosty. Они подарили нам эту коробку к Новому году. Наконец-то, ближе к середине 23-го года, нам удалось таки сесть за нее и ее потестировать, в том числе благодаря рекомендациям ребят, которые писали нам в телеграм-канале. Мы там устраивали опрос о ваших любимых дуэльных игр. Здесь я уже говорю про новостной телеграм-канал, куда может подписаться абсолютно любой. Rift Force меня приятно удивила тем, насколько карточная игра может быть глубокой и стратежной. В игре нет ничего, кроме карт, и все, что вам нужно, это разыгрывать карты определенных фракций в определенной последовательности и взаимозависимости друг от друга. При этом в игре 10 абсолютно разных фракций с разными свойствами, разными условиями и так далее. И даже базово от комбинации этих фракций очень зависит то, от чего вы будете играть и в какую сторону вы будете двигаться. Угу. Очень классный mind game. Бегло скажу, что вы делаете в игре. У вас есть такая разделенная линия из пяти зон, в которой вы будете бороться в этих пяти зонах, выкладывая своих элементалей, применяя их спецспособности. И если игрок где-то теряет инициативу и не может вам противостоять, вы там зарабатываете победные очки. Игра такая действительно на то, сможете ли вы просчитать оппонента или нет. При этом она своего рода походного такого варианта, потому что там кроме колод карт и даже ваше поле выкладывается с помощью карт. То есть взять с собой в путешествие вполне можно. Во всяком случае, пока свежи вот воспоминания от нее, расцениваем ее выше многих игр. Ну и раз уж мы говорим о том, что ребята подарили нам коробку, логично, что и нам нужно подарить ребятам коробку. Напоминаю, что в этом месяце мы дарим ребятам одну из трех коробок на выбор. Это «Сделка с дьяволом», это «Великий западный путь», либо «Великий западный путь Аргентина». Для того, чтобы подарить коробочку нашим бустерам, нам требуется великосветская тарелочка с великосветским кубиком, а также карточки с именами наших ребят. Как вообще происходит вся система? Сейчас у нас 19 человек, которые поддерживают нас на Boosty. Мы перемешаем колоду с их именами. После этого бросим кубик и откроем эту карту по счету. И это и будет тот, кому достанется коробочка с одна из этих трех коробочек. Итак, прошу вас перемешивать. А кубик в этот раз кину я. Давай, кидай кубик, пока я перемешиваю. Нет, вот сначала положи колоду сверху, а я кидаю кубик. Хорошо. Положила колоду. Ну и поехали. 17. О, мы почти всех увидим. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. О, Катя, мы тебя поздравляем. Ну что, Кать, выбирай одну из трех игр. Угу.
которые ранее уже озвучили, пиши нам, какую из этих игр ты хочешь к себе в коллекцию, и мы тебе ее подарим, я думаю, даже на офлайн-игротеке. Вручим тебе ее лично в руки, обнимемся, порадуемся за тебя, прям вот как за себя. Вот. Ну и сразу расскажем о том, какие игры мы будем дарить ребятам в августе месяце. Ну а в августе месяце мы подобрали три игры, одну из которых отдадим тех, кто поддерживает нас на максимальном уровне на Boosty. Первая игра — это Gloomhaven, Мрачная гавань. Для тех, кто любит сюжетные игры, это будет интересное приключение. Далее мы хотим предложить игру со скрытыми перемещениями, одна из наших любимых механик, особенно в последнее время. Это Mind Management. Да, управление разумом. Ну а третью игру, которую хотим предложить, называется Плотина. Если вам не нравятся, допустим, предыдущие две, есть интересная Евро, которую рекомендуют очень многие попробовать. Ну а мы двигаемся дальше. Еще раз, Катя, тебя поздравляю. Поздравляем. Очень за тебя рады. Очень. Очень. Ну что ж, а мы продвигаемся с вами к седьмому месту. И на седьмом месте, по нашему общему мнению, абсолютно с идентичным количеством голосов, игра Watergate. Отличная дуэль с необычным сеттингом. Вы играете либо за сторону Никсона и пытаетесь еще досидеть до конца срока, либо ведете журналистское расследование, которое пытается связать нитями с определенными известными личностями. С информаторами. Да. Мне эта игра нравится, во-первых, своей исторической тематикой. Всегда интересно играть, когда есть подоплека какая-либо у настольной игры. Неоднократно уже об этом говорила. Это может быть либо история, либо книги, либо сериалы. В общем, какая-то нить, которая так или иначе ведет к этой настольной игре и имеет свою какую-то определенную тематику. Видео есть на канале. Если вдруг вы по каким-то причинам об этой игре ранее не слышали, очень рекомендуем. Игра с уникальной вот этой механикой перетягивания канатов, которую не так редко встретишь. Я считаю, что эта игра довольно-таки недооценена и не широко известна. Хотя стоило бы, хоть и сама тематика не так близка вот именно нам, поскольку это по американскому громкому делу, но игра заслуживает внимания. Ну а дальше мы затронем с вами также историческую тематику, шестое место, и здесь уже как раз-таки история с нами чуть более связанная, мы будем с вами рассматривать противостояние США с Советским Союзом, и я говорю про сумеречную борьбу, и это заслуженное шестое место. На самом деле оно немножко похоже на Watergate, потому что вы тоже через розыгрыш карт с историческими событиями будете либо повышать влияние в определенных странах, либо разыгрывать текстовые свойства, определенные действия, которые позволяют, в принципе, тоже как-то влиять на влияние по миру. Опять же, стоит отметить тот факт, что благодаря тому, что есть исторические события, которые очень ярко описываются в этой настольной игре, у вас есть возможность так или иначе параллельно с игрой изучать историю, изучать различные ситуации, которые происходили в мире в определенный период времени. Единственное, что, наверное, отмечу, что достаточно сложный у этой игры порог вхождения. Очень много текстовых эффектов, очень много на карте всего нужно делать. И для того, чтобы начать в нее играть, скорее всего, вам нужно уже иметь какой-то опыт игры в настолке. То есть сказать, что вы новичок, и вы сразу сядете, и вы поймете, о чем там идет речь, и какие могут быть здесь победные стратегии, достаточно сложно. Ну и попрошу вас написать в комментариях, хотите ли вы летсплей на эту игру. Если хотите, мы обязательно это сделаем. Игра сама по себе длится довольно большое количество времени, то есть там не получится сыграть за час, за полтора. Под эту игру стоит закладывать определенное количество времени. Если вам нравятся исторические события, там даже в правилах есть очень-очень много сносок. Все знаковые события вот именно холодной войны, которая происходила между СССР и США. Издательство, которое выпустило игру «Сумеречная борьба», это Gaga Games. И как вы могли наблюдать ранее, это третья игра, которую мы упоминаем в топе от данного издательства. Это говорит о том, что у этого издательства очень крутые дуэльные игры. Ну и когда мы составили, собственно говоря, список любимых игр и поняли, что у нас от Гаги достаточно много всего будет звучать в этом топе, написали ребятам и предложили подарить вам, наши дорогие зрители, коробку. Издательство любезно согласилось нам в этом вопросе помочь. Именно поэтому просим вас написать в комментариях о том, какая игра, по вашему мнению, самая лучшая дуэльная игра. Не нужно здесь описывать обязательно игры от этого издательства. Напишите
коротко, небольшой текст о вашей любимой дуэльной игре. Сделайте этого до 27 июля. 28 числа 3 понравившихся нам комментария мы скринами выложим в наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него есть в описании этого видео. И попросим ребят проголосовать за то, какой комментарий, по их мнению, будет самым интересным. И тот комментарий, который наберет больше всего голосов, автору этого комментария мы и отправим настольную игру от издательства Gaga Games. И называется эта игра... Bullet. Ну и здесь хочется попросить вас поставить лайк под это видео. Это не просто просьба, потому что если это видео наберет больше 500 лайков, то мы такую активность попробуем сделать и с другими издательствами в том числе. Если мы поймем, что это имеет спрос и имеет к этому интерес с вашей стороны, то мы готовы писать и остальным издательствам. Ну а я предлагаю двигаться к 5-му месту. Mm-hmm. И здесь у нас роскошная, шикарная дуэльная игра, которая называется «Война кольца». Огромная, эпичная, просто шикарная, основанная на, естественно, «Властелине колец». Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, об игре поподробнее. Это огромная комплексная стратегия, где вы с помощью бросков кубиков распределяете свои действия. То есть вам придется отталкиваться и от того, что выпало у вас на кубиках, плюс у вас есть карта определенных событий, плюс также докручено, что есть такой элемент скрытого перемещения, где брат двигается к Роковой горе, чтобы наконец-то скинуть и избавиться от кольца. То есть вы по факту переживаете всю трилогию «Властелина колец», когда играете в эту эпичную стратегию. Мне безумно импонирует в этой игре сам процесс взаимодействия между игроками, их цели и то, как происходит боевка. Вот здесь, наверное, в этой игре боевка меня завлекает больше всего. Ну, вы в целом знаете, что я не из кооперативных игроков, и что все, что пожестче и так, чтобы прям вот набить друг другу морды, это прям про меня в настольных играх. И «Война кольца», безусловно, это одна из тех игр, которая достойно внимания. Хочется сказать, что это не та игра, в которую мы садимся и играем регулярно, потому что средняя сессия и средняя партия занимает от 3 часов, не считая подготовки. Сама подготовка и раскладка тоже занимает достаточно длительный промежуток времени. Плюс ко всему, игра занимает очень много места на столе. Игра дарит вот огромный спектр эмоций, и вы вот разворачиваете у себя гигантскую историю, которая там абсолютно разными способами может закончиться. И игра может закончиться, конечно, и раньше 3 часов, но при равном противостоянии такое редко случается. Но по эпичности происходящего это прям отличная игра, советую вообще всем посмотреть, у кого есть на нее хоть немного времени. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше, и 4 место — это дуэльная настольная игра, на которую у нас также выходил летсплей на канале. Говорю я про роскошный контроль территории «Войны Ктулху. Дуэль». Что здесь хочется сказать, что это поистине шикарный, чистейший контроль территорий. Игра сама по себе достаточно компактная, не занимает большое количество времени партия. И если вы детально изучили особенности каждого из персонажей, то абсолютно точно вы можете выстраивать грамотную и правильную тактику и стратегию для уничтожения вашего оппонента и набора максимального количества победных очков. При том, что это контроль территории, основной задачей у вас будет набрать максимальное количество победных очков. Да, при этом в игре есть альтернативный путь к победе через ритуалы. В игре ее ключевая особенность, что кроме контроля территории в игре в принципе ничего нет. Если там та же «Война кольца», она является более комплексной, тут убрано все лишнее, а значит ниже порог вхождения. Скажем так, я еще частично отдаю ей плюс из-за того, что я играл в большую версию с пластиковыми миниатюрами. Но, скорее всего, если вы поиграете в дуэль, она вам очень понравится, то большая коробка также будет вам интересна, и вы захотите сыграть большим составом. В остальном эти игры очень похожи, даже по планшетам вот асимметричным, которые в принципе сделаны как на одну, так и на вторую игру, там с минимальными какими-то изменениями между фракциями, и это будет интересно. То есть советую тем, кто любит контроль территорий, кто не боится сражаться между собой на кубах. Эпичность происходящего вы все равно увидите даже с картонными миниатюрами. Ну и здесь хочется дополнить, что если вы фанат Лавкрафта, то эта игра также не должна пройти мимо вас. А мы двигаемся дальше, и на 3-м месте
Витя, у нас достаточно старая дуэльная игра, которую мы попробовали очень и очень давно. Она появилась в нашей коллекции, мне кажется, в первой двадцатке игр, которые мы в целом начали приобретать и собирать в коллекцию. Говорю я про «Семь чудес дуэль». Что хочется сказать, что несмотря на то, что прошло уже несколько лет с момента, как мы втянулись в хобби по настольным играм, игра до сих пор не теряет для нас своей актуальности. У меня на телефоне установлено приложение «7 чудес дуэль». Кстати, классная штука, если у вас нет возможности с собой брать в дорогу настолку, то это прям классный решающий фактор, потому что я могу в нее играть даже в самолете, когда телефон на авиарежиме, у вас есть возможность играть с роботом. И это дополнительная возможность для вас еще и тренироваться. Что вы будете делать в процессе игры? Это посредством сбора карт с общего рынка собирать себе какие-то определенные комбинации, которые в последующем вас приведут к построению чудес света, потому что у них есть определенные условия. И, соответственно, тот, кто наберет больше победных очков, тот и победит в этой дуэли. Это все еще одна из самых сильных, неустаревающих экономических стратегий на построение движка. Поэтому, если вам нравится что-то такое не с прямым взаимодействием и конфликтом, где вы просто деретесь и пытаетесь как-то друг друга выбить, но вам нравится и подумать, и просчитать оппонента, и как-то собрать свой город определенным способом, чтобы победить по победным очкам, эта игра прям является одной из самых лучших, которую мы пробовали именно в дуэльном варианте. Заслуженное второе место. Самая противоречивая, по моему мнению, игра, которую я попробовала в 2023. Говорю я про дуэльную игру на, опять-таки, историческую тематику, которая называется Сэкигахара. Немножко, наверное, объясню, почему для меня она стала противоречивой, потому что первые несколько партий для меня шли дико сложно, и это первая игра, которая вызывала у меня такие эмоции подгорания, злости, агрессии, когда у меня не получалось прийти к своей цели, что были моменты, когда я просила прекратить партию. Были моменты, когда я просто вставала из-за стола жутко злая. До этого у меня таких игр не было. И сейчас, когда уже за спиной 10 партий точно есть, я могу с уверенностью сказать, что эта игра великолепная и что эта игра абсолютно классная на просчет вашей стратегии, да, и благодаря тому, что есть определенная базовая раскладка, но к ней вы всегда рандомом что-то докидываете дополнительно, какие-то блоки, это еще и игра про то, что никогда не повторится у вас вновь, потому что есть различные факторы на исход даже той или иной битвы. Здесь я говорю про состав ваших войск, состав войск вашего оппонента, то, какие у вас на руках карты, и то, какие карты на руках у вашего оппонента. Классная, глубокая, стратежная, в самое сердце. Дуэльный варгейм, где вы представляете в 1600-х годах, вы берете на себя под командование либо одну сторону, либо другую, и как самурай начинаете сражаться с возможностью выкинуть вовремя карту предательства, чтобы отряды противника переходили на вашу сторону. И это может просто сломать всю стратегию, весь его гениальный план, если он не сможет отбиться от этой карты. Хоть один игрок и защищается, а второй нападает, у вас есть там пространство для маневра, для каких-то бросков в ту или иную сторону. И, ну, игра дарит огромный спектр эмоций, и у нас эти эмоции свежие, возможно, именно поэтому игра так высоко оценена. Удивлялся, как Крис вначале злилась, потом просила еще партию. Игра дарит огромный спектр эмоций, она вот прям заслуженно забралась так высоко. Небольшое время партии, именно поэтому она перебивает очень многие игры, которые были перед этим, и несложные правила для понимания. То есть, естественно, вам нюансы нужно будет учитывать, но их не так много,
И памятка, в принципе, вам основные идеи все подсказывает. У нас в коллекции есть, как мы уже говорили, да, три игры на историческую тематику. Здесь не буду брать в расчет Watergate, потому что она больше на перетягивание канатов и простое взаимодействие на картах. А если говорить про такой масштабный и комплексный варгейм, то это как раз-таки «Сумеречная борьба» и «Сакигахара». При всем при этом, сравнивая эти дуэльные игры, я для себя понимаю, что порог вхождения и понимания «Сакигахары», он гораздо ниже, нежели чем у «Сумеречной борьбы». То есть ее понять гораздо проще просто за счет того, что у вас на столе не так много всего, что нужно сделать. Последовательность действий, она цикличная. Вы будете делать, по сути, одно и то же и сами принимают решение, как вы это будете делать, посредством чего, в какую сторону и так далее. Последнее замечание я хочу сказать по «Сакигахаре», что у нее довольно уникальная система боя. Во-первых, там есть «Туман войны», вы не понимаете, какими войсками на вас двигается противник. Это довольно, ну, у нас таких игр до этого момента не было, поэтому она немного удивила. И вот сам розыгрыш боя с помощью карт, никаких кубов у вас нету, включаете эти блоки. Но я думаю, в ближайшее время у нас появится летсплей, скорее всего, на следующей неделе. Да не скорее всего, а точно в ближайший четверг ждите на канале летсплей по «Сакигахаре». Очень понятная игра благодаря иконографике и тому, что нет много текста на картах. И за счет того, что, допустим, возвращаясь к «Сумеречной борьбе», на картах много текста, это увеличивает время партии и добавляет даунтайма, потому что вам нужно изучить все карты на руке. И, скорее всего, первые партии в «Сумеречную борьбу» у вас точно будут занимать гораздо большее время, нежели «Сакигахара». Именно поэтому для меня «Сакигахара» стала прям одной из лучших игр. Да что уж там говорить, для меня на самом деле она среди дуэлей была лучшей, но благодаря опять-таки тому, что мы сложили с Ромой общее количество баллов, на первое место у нас вырвалась игра, гораздо более высоко оцененная нами. Хочу подметить, что список наших топов мы выложим отдельно. На Бусти он уже есть, а в Телеграм-канале и в ВКонтакте мы выложим их в течение 1-2 дней. Но мы переходим к первому месту. И первое место. Барабанная дробь. Я думаю, многие уже понимают, что это за игра, и уже, может быть, кто-то написал в комментариях, какая игра должна быть на первом месте. Это «Звездные войны. Восстание». Что хочется сказать, что это огромная комплексная игра, которая так же, как и «Война кольца» и «Сакигахара», занимает очень много места на столе, но абсолютно точно игра достойна быть, по нашей оценке, лучшей в жанре дуэльных игр благодаря своей комплексности, наполненности и тем эмоциям, которые она дарит. Во-первых, если вы фанат «Звездных войн», то это автоматически и априори по умолчанию большой жирный плюс к тому, чтобы стать фанатом этой игры. Скажу здесь за себя, я не являюсь фанатом «Звездных войн», но даже мне, несмотря на то, что я не увлекалась ранее, не погружалась в тематику «Звездных войн», очень интересно наблюдать за тем, как что происходит. Интересно, что периодически у нас случаются в игре какие-то развязки, которые схожи с тем, что было в фильмах. Да, да, всегда я начинаю Крис рассказывать, что это было в фильме, и какую-то историю добавляет. Ну, то есть проходит очень тематично, очень интересно играть. Сами механики, у вас есть такие определенные задания, на которые вы посылаете своих генералов, чтобы выполнять те или иные миссии. Боевка происходит на кубах, а цель у темной стороны — найти базу повстанцев и захватить эту планету, а у светлой стороны нужно максимально быстро выполнять задания с рейтингом своего влияния, чтобы сократить время раундов. Ну, то есть, как только эти два жетона пересекаются между собой, побеждает светлая сторона. И это такая, вроде бы, где-то вы как-то в гонку больше уходите, потому что нужно быстрее-быстрее подогнать счетчик. Либо вы уходите больше в стратегию, чтобы где-то повоевать, тоже продлить возможность жизни вашей там планеты, если вас поджимают. Где-то это, ну, не скрытые перемещения, это вот кошки-мышки, где вас ищет вот эта большая машина империи, которая там надвигается. Все это выглядит всегда эпично, каждая партия — это прям большая история, тоже дает, в принципе, возможность пережить вот эту трилогию фильмов.
Здесь также хочу дополнить, что очень интересная методика пополнения ваших войск, то есть вы не можете просто там обменять на какие-то ресурсы, купить и так далее. У вас поочередно и поэтапно пополняется перечень ваших запасов, ваших войск, и выводить их на поле вы можете тоже в определенных пропорциях и количествах, и не можете не придерживаться определенных правил при выводе войск. То есть это как раз-таки дополнительная возможность для вас, даже если вы уже предполагаете, где у вашего оппонента находится база, не скопить такое количество войск, которое просто вынесет в одну калитку и так далее. По времени партии это тоже достаточно долго, в среднем 3-4 часа занимает партия без подготовки. Опять-таки, здесь, конечно, все зависит от того, насколько быстро вы думаете и принимаете решение, но в защиту такого длительного промежутка времени хочется сказать, что это та игра, которую хочется максимально смаковать, распробовать. Это та игра, в которую не хочется гнаться вперед, лишь бы быстрее закончить, а хочется получить кайф именно от самого процесса. Ну, по ощущениям, я, наверное, скажу, что по ощущениям «Звездные войны» мне кажутся более динамичными, в отличие от «Войны кольца». Я знаю, что игру довольно тяжело сейчас достать, поэтому, если вы хотите что-то большое и эпичное, может, стоит посмотреть на там «Войну кольца», на «Сакигахару», например, если вы хотите быстрее играть. Но если у вас появится возможность где-то на игротеке, может, в каком-то клубе поиграть, и вы не пробовали эту игру, советую к ней присмотреться. Ну и... У нас в коллекции недавно появилось дополнение на «Звездные войны», как вы можете его наблюдать прямо сейчас в кадре. За это мы также хотим отдельную благодарность выразить одному из ребят, которые поддерживают нас на Boosty. Антон, большое тебе спасибо за то, что поделился с нами этой коробкой. Это для нас очень важно и очень ценно. В общем, спасибо тебе огромное. Да, от себя тоже скажу огромное спасибо, являюсь огромным фанатом «Звездных войн». Очень классно было увидеть эту коробочку. Ну что, друзья, вот такой у нас получился топ. Обязательно ждем от вас в комментариях, какая игра дуэльная, по вашему мнению, достойна быть самой лучшей. Если это будет не одна игра, также пишите об этом в комментариях, нам интересно ваше мнение. Может быть, оттуда мы почерпнем для себя еще какие-то дуэльные игры, которые хотим попробовать. Надеюсь, вы уже подписались на канал, если любите настольные игры так же, как это делаем мы. Ну и если хотите нас поддержать, кидайте деньги в монитор. Что-то мы еще хотели сказать? Нет. Но если вы еще здесь, сегодня не будет вопрос. Был список из 30 игр. Хочу подметить, что несколько игр, которые мы играли и опробовали цифры, не попали в этот список, просто потому что мы хотим попробовать игру именно на столе. Это, например, Super Fantasy Brawl, которую я все пытался, Крис, вытащить в антикафе. Я знал, где есть одна коробка на английском языке, чтобы поиграть вот во все и показать, потому что для меня эта игра может с легкостью зайти в топ. Единственное, нужно в физическом воплощении ее попробовать. Надеюсь, в следующем году это получится, и, возможно, к следующему году топ вообще изменится кардинально. Помимо этого, у нас было еще несколько игр, например... Люман. Да, Люман, The Lost Fall, по-моему, называется она. Тоже знаменитый автор, это, по-моему, Бруно Каталло. Это механика совмещена с контролем территорий и роундрайтом, например. Тоже интересно, но ее очень трудно попробовать где-то не в цифре. Тоже ждем, пока, может, она у нас появится. Также еще... Дюна. Да, и еще одна. И... Почему ты мне все время подсказываешь? Так потому что ты не помнишь, а я помню. Я пытаюсь вспомнить, прокрутить, да. И была еще Дюна, битва за Аракис, которая тоже еще на стадии доработки. Мы играли в неполную версию на ТТС. Она тоже очень классная, и, возможно, она может заменить «Войну кольца», просто потому что у нее время партии быстрее, она как-то бодрее, динамичнее играется. Вот. Но механики, кстати, очень похожи с... «Войной кольца», поскольку это, я так понимаю, и один издатель, и, возможно, те же авторы. Про автора могу немножко заблуждаться. Здесь я, к сожалению, никак не смогу прокомментировать, потому что ни одну из этих игр не попробовала, но очень жду их на столе, и именно поэтому в начале видео сакцентировала ваше внимание на том, что в списке были только те игры, в которые мы играли на столе. Вот теперь точно. Пока-пока.